Итак, приветствую вас, пацаны, на последнем тотализаторе. Ух ты, как жестко Стивен начинает матч перед пи-первью Teams War. Итак, у нас продолжается развитие фьюда за командные титулы. Так, на прошлом выпуске команда Рекса и Кинг Бойза победили наших командных чемпионов Стивена и Брэндона Ли. Ведь вроде победили, как я помню. Ух ты, нихуя, я впервые вижу вот такое вот выбирание из-за канатов. Вот, победили, и как бы, наверное, вдвойне окрылены сейчас своим успехом. Но посмотрим, что могут ли они что-то сделать в одиночных, и нихуя себе. Кинбойс, конечно, сильный. Сильнее доброй половины тех, кто сражался со Стивеном, но... Но, блядь, я себе, как он швыряет Стивена, это, конечно, вообще... Но! Ох, гарпун! Неожиданно. Оу, и пальцу. Извините, ребята, но ем. Не успеваю все. Ой, делать отдельно. Ать. Опа. Перекидывает Стивен Кингбойза. Ну и пока бой довольно-таки равный. Хотя вот Стивен начинает запиздрючивать нашего короля мальчиков. Ой, а как я подозреваю, на поребрике Рексу предстоит бой против Брэндона Ли. Так, переход на удержание. Раз. Вырывается. Ух ты, еще один кик по спине. Так, что это? Нихуя! Мертвая тяга. Ну, для Стивена это не удивительно. Для его соперники такого размера ничего не весят почти. Опа. Попытка пройти в ноги не увенчалась успехом. От слова совсем. Шоудерблок. Ха-ха. Стомп. Опа. Нормально так залепил под дыхло. И на, по спине. И на. О, пробил как следует вообще. Так. Опа. Толчок ногами. Завелся Кингбойс, он просто начинает как-то... Неужели Кингбойс... О, начал доминировать над Стивеном. Раз, клоузлайн. Перекидка через себя такой туши. И фирменный... Спайнбастер. Ну, а как еще? Так. И... Ой, Кингбойс что-то ты затупил. Устроил заминку и дал Стивену себя. А хотя нет, вот попытка суперкика фирменного. И клоузлайн в затылок. Да. Что-то ты Кингбойс выдал, поднимает. Стивен Кингбойс и получает по щам в очередной раз. Опа. Стивен встает. Еле-еле, но встает и... Опа, попытка ударить Чина тоже нет. Возвращается Стивен на ринг. Попытка ударить... А, нет, все-таки он выбивает из Кингбойса всю дурь. Бьет по желудку, чтобы подвести его ужин в его ротовую полость. И в конце апперкот он выбивает аж там... С кусочками кукурузы аж все вылетает. Но просто удар в ёбыч с оттяжечкой. Это всегда действенный метод. Как говорится, против лома нет приема. Против удара в ёбыч с оттяжечкой. Даже не знаю, сейчас придумать. Можешь распрощаться там с коленной чашечкой. Что-нибудь типа такого. Так, опа. И все-таки Кингбойс проводит свой фирменный суперкик. Как Стивена развернула. Аж переход на удержание. Раз. Два. Вырывается Стивен, вырывается. Кингбойс слегка охуевлен. Ну, будешь тут охуевлен, конечно. Итак, попытка финишера. Неужели фирменная GTS Стивена все-таки сможет добить и поднимает? Нет. Лютые удары. Огромной рукой Стивена. Там в натуре бицуха. Бицуха у Стивена даже больше, чем башка Кингбойза. И свой фирменный чок слэм с ухватом за морду. Как за грязную собачью удержание. Судья... Раз, два, три. Оу. А вот что-то в одиночку команда собаки Булхарда обосрались. Ну, посмотрим, что как себя проявит Рекс против Брэндона Ли. Ну, Кингбойс, что-то я тебе слегка разочарован. От тебя я ожидал большего. Hey, 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 hey.
my way, I'm the end of the day, got nothing to say. Hey, hey, you see the look in my eyes, will sun ever rise, will sun ever rise. Ох, эта композиция Five Finger Death Punch. Единственные, наверное, кто могут заменить Disturbed. Но хотя парочку все-таки легендарных треков, которые, наверное, ничто не заменить Disturbed, сумели выкакать за годы своей карьеры. Да, хорошая группа, хорошая. Ничего не говорю, но в последнее время что-то не видно, не слышно от них чего-то годного. Ну давай. Ну нормально, нормально. Бой неплохой для первого, для разогрева, да. Ну что ж, посмотрим, как себя проявит Рекс против Брэндона Ли. И там уже будет сам бой за командные титулы на PPV Teams War. Надеюсь, пацаны покажут что-то мега годное. Наш победитель Стивен. Что-то я запутался уже в тексте. Ну Стивен, что, опять в пафосно увидит закат на своем охуительном мотобайке? Ну-ка. Да, вот он спускается. Вон на его байк его уже ждет. А чё, братка, Брэндона не подкатишь? Ну ты, блядь, засранец, а. Кто так с друзьями вообще обращается, а? Стивен, ай-яй-яй. Вжум, заводим. Ну-ка. Ну-ка. Где рёв мотора? Где рёв мотора? Ну. Ну. Я мотор в натуре ревит. Я думал, в игре Атуки это не проработали. Ну ладно, на этой пафосной крутой ноте, ребята, я с вами прощаюсь. Life's just a life, just a smoothing really fast. Better stay on top of life, I'll kick you in the ass.